Процедура комплексной коррекции лица филлерами на основе гиалуроновой кислоты Дерли позволяет минимизировать возрастные изменения, добавить объема, скорректировать очертания лица, подвергшиеся возрастным изменениям. Процедура выполняется в средней и нижней трети. Делается разметка. Мы будем волюмизировать среднюю треть лица, зону скулы, филлером Дерли Стронг. Филлер вводится болюсной техникой. В качестве инструмента выбрана игла. Можно эту зону волюмизировать канюлей, можно иглой. Мы будем вводить болюсы по 0,2-0,3 мл в каждую сторону. Выполняется аспирационная проба и дальше вводится филлер. Волюмизация скулы позволяет вернуть молодой вид лицу и восполнить утраченные объемы. Следующая зона коррекции – это носогубные складки. Коррекция носогубных складок выполняется канюлей 22 G на 5. В качестве препарата выбран филлер Дерли Нормал, который идеально подходит для подкожного введения. Именно он используется для коррекции носогубных складок. Препарат вводится равномерно с каждой стороны, примерно по 0,5 мл на каждую носогубную складку. И следующая зона коррекции – это формирование так называемой линии молодости, когда мы формируем четкий переход между подбородком и мандибулярным углом по краю нижней челюсти. Эта техника коррекции позволяет нам маскировать брылью и сделать очертания лица максимально молодыми и четкими.